С Рождеством Христовым и Новолетием всех, дорогие наши зрители. Да, те, кто у нас имеет возможность и силы слушать, терпеть и слушать. Здравствуйте. Мы продолжим наши беседы по истории Русской Православной Церкви, православной русской веры. Значит, и в таком, мы стараемся это сделать в таком немножко расширенном масштабе, чтобы понимать, как это все параллельно стыковалось с политической жизнью. Да, вот, именно эти столетия. Наших предков. Эти столетия, да. Мы закончили в прошлый раз на конце 14 века. Начало 15. И начало 15, смертью митрополита Киприана, значит, который был современниками Дмитрия Донского и митрополита Алексея Первого, значит, и Сергия Радонежского. И, в общем-то, этот момент был очень важный в истории нашей страны. И вот батюшка еще там кое-что чуть-чуть еще добавит. Я бы сейчас хотел вначале подвести маленький-маленький итог по тому, что мы все-таки получаем на данный момент. Вот к этому времени, к началу 14 века, надо отметить, что Русская Православная Церковь превратилась в такую мощную централизованную систему. И более того, она превратилась в сильнейшего феодала. Вот это вот надо понимать, потому что вот эта система, она обладала землями, богатствами, крестьянами, финансами определенными и могла влиять очень существенно на политику. На политику как внутри Руси, причем Руси западной, южной, северных земель, которые стали в конечном итоге Владимирско-Суздальским, а потом Московским княжеством. Но это будет, кстати, позже, это еще Владимирско-Суздальское княжество все-таки, Владимирское княжество. Вот. И это, с этой системой считались многие. И за рубежом, в Греции, в Риме продолжали посылать своих резидентов. Причем не конкретно, допустим, может быть, в Москве, а в Орду, в Литву. Все, что считалось, значит, все равно считалось единым организмом. Да. Орда и Литва считалась вот этой Тартарией. Русь, Литва и Орда до 16-го столетия считалось единым государством. Ну, это считалось со стороны западных стран. И Византия тоже считала. Да, это со стороны Запада так считалось. Ну, да. Ну, как бы мы-то все-таки смотрим себя с нашей стороны. Мы себя позиционируем немножко иначе. Позиционируем немного иначе, да. И поэтому, вот, конечно, Орда вступила с Литвой в концу 14 века в конкретный союз даже. Как Тахтамыш, вот мы отмечали это. Генуэзский знаменитый союз. Нет, ну это была Куликовская битва. А потом Тахтамыш вступил в союз с Витовтом. Да. И они пытались взять под свой контроль всю Русь, но это им не удалось. Ну ладно, значит, мы отмечаем, что церковь к этому времени стала мощнейшим феодалом, влияющим на многие стороны. В первую очередь на финансовую. Политической стороны. И финансовой жизни, да. Вот. Потом я бы еще хотел отметить такой факт. Не знаю, как это нам пригодится или не пригодится, но все-таки Русь и Россия – это страна, которая на сегодняшний день соединяет очень много религиозных аспектов, в том числе и ислам. Так вот, к концу 14 века, вот как раз к этому времени, на котором мы остановились, произошло интересное событие, на которое многие историки, да, практически внимания не обращают. А это событие было, его можно проверить. Желающие, пожалуйста, смотрите в интернете, это все отмечено. Дело в том, что где-то в районе вот как раз произошедшей у нас Куликовской битвы в 1380 году или чуть раньше, в Багдаде умирает суфийский исламский проповедник Бухайдин Накшбанди. Накшбанди. Дело в том, что нужно сразу маленькую справочку. Да-да. Дело в том, что в исламе нет патриархов и нет никаких таких высоких церковных должностей. Как бы имамы все между собой равны, но вот эти духовные лидеры духовных школ различных движений, суфийских там движений, либо, например, ваххабистских, которые сейчас огромное количество распространилось, они по априори, по принципу своей духовной значимости, обладают неким таким вот как бы патриаршим достоинством, будем говорить. Они не назначаются никем, но в то же самое время обладают внутренней огромной духовной властью и
а их мнение, их учение, возобладавшее в умах многих, потом столетиями продолжает свое существование. Да-да-да, все правильно, абсолютно верно. Это был очень мощный проповедник. Сегодня в Багдаде стоит ему мавзолей, очень почитаемый, кстати, мусульманство. Мусульманство, нормально, традиционное мусульманство, а не ваххабитской, вот этой салафитской ереси. Так вот, после его смерти на территорию вот этой вот занимавшуюся Ордой, а сегодня это, как вы понимаете, территория России, значит, вот белые, синие там Орды, пошли проповедники. Они начали распространять вот эту силу накшбандийского тариката, как сегодня называют. И может кому-то это кажется таким несущественным, но дело в том, что вот ислам в традиционной форме, вот существующий исторически вот в России и на Руси, он именно идет с оттенком вот этого вот накшбандийского тариката. Он очень разный. Он вот на территорию Сибири как раз прошло, по легендам, 300 проповедников. Но дело в том, что это легенды. Но дело в том, что эти легенды подтверждаются. Там нашли около 30 их курганов. Захоронение. Распространение. Видимо, их просто в 10 раз увеличили, легенды. Наверное, человек 30 проповедников прошло. Как раз вот. И вот наши татары, они вот имеют, татары и башкиры, и они имеют вот оттенок, как раз вот нанесение вот этого вот накшбандийского оттенка, ханафитского мазхаба. Вот тут это надо отметить. Вот за мазхаб ханафи сегодня традиционные мусульмане борются с салафитами. Вот. И надо отметить, что при этом есть оттенок накшбандийского тариката. Он по-разному развит на территории Сибири, на Кавказе он по-другому развит, накшбандийский тарикат. Я даже отмечу, вот знаменитый Шамиль был конкретный накшбандиец. Вот. Были такие проповедники, как Аль-Кадир, есть тарикат Аль-Кадирия. Но это очень большая тема. Я бы вот отметил вот этот момент, может быть, он нам где-то пригодится. То, что вот как раз к концу 14 века на Русь направляется вот та схема от ислама, которая определила его историческое существование до наших времен. Да, будем говорить, это как бы такой генетический код российского ислама. То есть как бы наследственность идет от этого вот генетического кода формы, отца. Тюбетейки. Да. Ну, естественно, все, да, естественно. Традиции. Формы, традиции. Ага. Между прочим, часто что-то мудрое, духовное входит в традиции, а часто и маразм какой-нибудь, который вот освещается буквально предыдущим поколением, и уже из маразма становится неким таким, некой святыней, духовным таким неким движением. И последний, третий момент. XIV век – это век, когда Южная Русь, она попала под влияние в Литвы полностью. То есть сегодня, конечно, неоисторики с Украины рассказывают нам, что там какое-то древнее укрогосударство существовало, что там это все Украина. Но не было такого, это абсолютно точно, что вот эта вот Южная Русь, русские люди попали под влияние Литвы тогда. То есть они стали жителями княжества литовского, русского и жемайтийского, так называемого. Вот оно называлось так. Под это государство и создавалась метрополия, куда попал наш Киприан. И впоследствии Киприан, владея вот этой метрополией, стал еще митрополитом Руси. И это было как бы таким позывом, когда Русь чуть ли не объединилась, но под влиянием Литвы. И вот сейчас, батюшка, пожалуйста, продолжайте. Значит, я хотел бы упомянуть, мы в прошлый раз беседовали уже на эти темы, но некоторые исторически важные моменты как бы мы затронули вскользь, поскольку очень сложно разделить огромный период правления Киприана и его фактического пребывания уже в сане митрополита, и начиная с того момента, когда он был послом и выполнял на деле эти функции, но еще официальной должности такой не имел. Значит, что я хотел упомянуть? Вот того самого, в первую очередь, мы должны сегодня вспомнить того самого Пимена, который вместе с Митяем, путешествуя в земли константинопольские, в град Константинополь, неожиданно сам для себя стал митрополитом. Тот самый Митяй,
которого избрал Дмитрий Донской, отправил его с огромной казной в Константинополь для рукоположения, вез с собой несколько грамот, которых не было почему-то проставлено имя. И когда Митяя придушили, обнаружили эти грамоты, в которых не было указано имя кандидата на митрополию. И это было очень странным моментом. Не знаю, почему Дмитрий так сделал, какова была его цель. Но, видимо, может быть, Митяй должен был привести эту грамоту с каким-то таким уже особенным там своим митрополичьим именем или еще какие-то там. Часто практиковалась, кстати, это такая вот полукатолическая традиция, когда могло быть другое имя человеку дано, монашеское, может быть, вообще просто, которое давалось там патриархам. Речь снова идет о 1378 году. Да, значит, что произошло? Произошло, что огромная казна, несколько архимандритов, княжеские послы, мертвый Митяй, и после долгих распрей и после долгой драки за эту казну было решено избрать вот этого самого митрополита, этого самого архимандрита Пимена. Да, он не отказался и был принят очень любезно и был рукоположен очень своеобразно, вот именно с тем самым титулом, который должен был быть рукоположен Митяй, то есть митрополит Киевской и Великой Руси. Да. В это же время уже был объявлен митрополитом киевским Киприан. Но Киприан еще не был поставлен на должность. И, видимо, вот эта вся казна, огромные богатства достались различным патриаршим чинушам. Может быть, самому патриарху, может, различным секретарям, митрополитам, которые были возле него. Но вышли из этой ситуации они таким образом, что присвоили Киприану титул литовского и малороссийского, а Пимену титул киевского и великороссийского, Великой России. Уже разделили. Так что это первое, не Австро-Венгрия, никакие там другие враги российской земли, а это наши родные любимые попы. И наши родные, любимые свои, родные православные люди разделили Русь. Да, разделили Русь, придумали вот эту Великороссию и Малороссию, которая, почему? Потому что та часть входила уже в литовское княжество, надо было как-то придумать. И вот назвали ее Великая Русь, значит есть и Малая Русь. Да, значит уже раз есть Великая, да, естественно, значит есть и Малая Русь. Ну что ж, Пимен торжественно приехал в пределы России, но князь был крайне раздосадован смертью Митяя и всеми вот этими... Князь Дмитрий Донской еще. Да, Дмитрий Донской, дикими всеми этими событиями. Кстати, они очень хорошо описаны в летописи, это путешествие Пимена. Мы уже касались. Да, касались этого. Целый там роман об этом его путешествии. Князь очень плохо отнесся к этому и отправил Пимена в Чухлому. Не зря вот это говорят, зачухано. За какой-то чушки, вот это все происходит от того, что какую-то далекую сослали деревню. Сослали в Чухлому, но потом все-таки, так как он был, очень много приходили бумаги от патриарха о том, чтобы все-таки отнеслись к Пимену как к митрополиту, его Дмитрий Донской не принял на Москве, но все-таки отправил его в Тверь, где тот благополучно и... ну, жил до 1382 года, когда, тоже очень интересный год, 82-й, это год, когда состоялась размолвка между Киприаном и Дмитрием Донским по поводу как раз вот этих литовских княжеств. Именно идея о том, как должно произойти вот это объединение, как должно происходить подчинение, кто кому будет подчиняться и как будет существовать славянское государство в пределах Киева, Москвы и Литвы, и послужило причиной размолвки с Киприаном, самым натуральным, самым настоящим скандалом. И князь не преминул воспользоваться этим и тут же пригласил Пимена, ну, как бы показав Киприану в пику, что Киприана можно и выгнать. Есть ему замена. Что есть ему замена. Тем более были письма от патриарха
Константинопольского, в которых тот откровенно говорил, что Киприан должен быть на Литве, а в Москве должен быть Пимен. В Владимире, в Москве должен быть Пимен. И поэтому, воспользовавшись этим, Киприан уехал в Литву, а Пимен был приглашен на Москву. Но Пимен был так, видно, глядя на его постную рожу, вспоминал он все у Дмитрия Прометяя и никак ему не мог простить смерти этого Митяя. Видно, считая Пимена одним из убийц. Ну, может быть, даже не безосновательно, потому что дальнейшие события покажут нам это. Значит, что посылает Дмитрий Донской? Вы знаете, какая мысль-то пришла? Да. Ну, может, конечно, это все просто мысль такая. Посмотрите, если в 82-м году Киприана отправляют на Литву, да. Правильно? Да. В 82-м году происходит нашествие Тахтамыша на Москву. Мы знаем, что потом Тахтамыш с Киприаном и Свитовтом очень хорошо дружили. Хороший А уж не являлось ли это, может быть, одной из причин? Я думаю, вот скорее всего, интриги, именно это и интриги. Было. Да. Вот посмотрите, никто из историков это не отмечает, но это как бы такой штришок. Нет, это не штришок. Это не штришок. Вы сделали очень верное замечание. Дело в том, что Дмитрий боялся этого союза Киприана и Тахтамыша и относился к этому как к самому опасному для московского княжества на тот момент военному, политическому, духовному союзу, который мог в Москве причинить множество неприятностей. Он и причинил. Он в конце концов и причинил. И поэтому Пимен был вызван там, но Пимен буквально на 3 месяца, но после этого князь никак не мог простить Пимену смерть Митяя. И здесь всплывает на поверхность личность вот того самого суздальского митрополита Дионисия, который предал Сергия Радонежского и подставил его еще болезненно. Да, поскольку не было у Дмитрия других кандидатур, и ему было это очень тяжко и сложно, он отправляет Дионисия в Константинополь с просьбой к патриарху о его рукоположении. Одновременно он отправляет патриарху письма о Пимене, и о том, что он был замешан в убийстве Митяя, и о том, что имя его было подложно, вписано не по благословению князя, а подложно, и прочие вины возлагая на митрополита Пимена. Митрополит Пимен в это время спокойно служит, не обращая ни на что внимания. Кстати, Дионисий благополучно прибывает в Константинополь, где он получает благосклонность патриарха, наверное, тоже огромный. Всегда знайте, что попы возили огромные деньги. Никогда не было такого, чтобы это было бесплатно. Появлялось случайно 2-3 митрополита. Возил огромные подарки, это вообще тогда было принято, от князя, императору, да и патриарху. Была богата. Это был крупнейший феодал, причем не облагавшийся татарскими налогами. Да. Единственный такой резидент, как будем говорить, не облагавшийся татарами огромной данью. И поэтому, по сути дела, где водились деньги, так это у митрополита деньги водились. Да. Значит, патриарх ставит Дионисия митрополитом и в то же самое время отправляет за Дионисием двух митрополитов, которые должны были судить Пимена. Так как они понимали, что Пимен не приедет, они решили его судить там на месте. И тут происходит такое вот событие. Дионисия по дороге арестовывает и держит у себя этот самый Ольгердович, Владимир Ольгердович, который его задерживает как бы по принципу, раз князь московский Киприана не пускает на Москву, выгнал его в Литву, так я не пущу Дионисия в Москву. И даже вплоть до оков, вплоть до заключения, Дионисию много очень пришлось перетерпеть от Ольгердовича, и он благополучно в 1385 году скончался. Скончался, так и не приехав в Москву. Умер он 15 октября 1385 года и был похоронен в Антониевых пещерах, где и поныне почивает.
Что же случилось с Пименом? Пимен на все на это дело благополучно плевал с большой горы, с киевских, с московских этих самых и владимирских горок. И несмотря на то, что он был низложен, осужден, рукополагает новых епископов, несовершенно не взирая ни на церковные каноны, ни на маразмы там всех этих судебных разбирательств, он до 1389 года благополучно продолжает свое служение. Но в 1389 году получилось так, что он должен был тайно поехать в Византию. Ему как бы дали такой знак, обманули его, что все будет решено в его пользу. Карт-бланш. Карт-бланш. Но на самом деле это была подстава. Подстава была какая? В том плане, что он должен был очень много некоторым там боярам. В общем, у него были эти, как они называются, коллекторы на него. Они его поймали в путешествии, обобрав его до нитки, а только после этого отпустили. Он должен был большую сумму денег, там огромную сумму денег. Еще тогда, вот видите, попы занимались, будучи при власти при митрополиях, занимались какими-то темными коммерческими делишками, не облагавшимися налогами. И вот за что он, Пимен, и пострадал. Он был, значит, этими пленен коллекторами и отпущен только после окончания выплаты по огромной суммы денег. Значит, с чем кончилось это? Он таки прибыл в Византию, это описывается все хорошо в летописном своде, и не успел он встретиться с Константинопольским патриархом, потому что 11 сентября 89 года он умер и был там погребен, там же, где Митяй. Вот в этой византийской, не византийской, это венецианской земле собор, храм там был, Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи, там они оба похоронены там. Так что мы видим сейчас, вот разрывая как бы эпоху правления Киприана, вот эти два митрополита, Пимен, который, ну, осуществлял свою деятельность по своим меркам против всяких канонов, ну и Дионисий, который Сергия Радонежского очень сильно обманул, и тот очень много от этого пострадал. В то же самое время они вглубь князя великого, да, у нас, да, люди, да, они пострадали. Передряг, да, конечно, тоже не выдержал. Конечно, тем более, что они, видите, как бы все не российские интересы защищали, не какие-то патриотические моменты, а чисто свои поповские, злобовские, да, жадности, не зря недвижимые благодатью Божией. Значит, про Киприана мы уже говорили, да, наверное, уже... Не, про Киприана мы уже не будем говорить, как раз вот вы знаете, вот два слова буквально, вот эти годы с 85-го года, когда умер Дионисий, с 89-го, по сути дела, когда умер Пимен, с 90-го Киприан опять пришел назад. Да, да, да. Вот еще уже 1406 год. В 406 году он умер. В 7-м, по-моему. В 7-м, не буду точно, да. Вот этот период был самым таким, он все больше и больше отделяется от Литвы, все больше и больше проявляет пророссийские и промосковские интересы, и в конце концов он, ну, вошел все-таки с положительной стороны в историю. Хотя столько много причинил зла вот с этим всем семейством Ольгердовичей и всей этой политикой, антироссийской, пролетовской, да, политикой. Да, недаром его считают, в принципе, митрополитом, который играл все-таки, в том числе и на стороне интересов Витовта. Конечно, потому конечно. Потому что, конечно, Софья Витовтовна, его дочка, была замужем за Василием Первым, великим князем, ставшим после Дмитрия Донского. То есть Софья Витовтовна, в принципе, на Руси имела громадное значение. И, конечно, Киприан через это все тоже... Ну, был к этому приобщен, да. Да. Дальше происходит, ну, совершенно как бы такое вот событие, уже не связанное с внутренней российской политикой. Видимо, константинопольские патриархи, увидев вот эту бесконечную возню московских и литовских митрополитов, патриарх решил сделать ход конем. Значит, грек, который от юности еще своей ушел в Неофсию и был в послушании у старца там Акакия, который стал потом митрополитом неофсийским,
Неожиданно, случайно совершенно, в 1408 году, приехавший в Константинополь, не имеющий никакого отношения к России, приехавший от этого мневосийского митрополита с письмом к патриарху, попадая ему на глаза, и вдруг патриарх решил его, что это будет киевский митрополит. Вот так появился Фотий, да? Так появился Фотий. Звали его Фотием. И начинается эпоха его правления, его восхождения. Что же получается? 2 сентября 1408 года. Немалая эпоха. Да, немалая, большая эпоха. Он умер аж, получается, у нас в 1431 году. 1431. Да, значит, 2 сентября 1408 года он рукоположен, митрополиты киевские и всея Руси. А 1 сентября, через год, 1409 года, он прибывает в Киев. В Киев он прибывает не просто так, а дело в том, что очень тогда татары хорошенько грабили Русь. Это как раз эпоха Едигея. И с царевичем Тальгой, да, они и Лавру разграбили, и потом Москву разграбили, на Владимир и неожиданно. Переславль, и Ростов. Да, и все, пограбили все, что там только можно только было. Только Москву они не взяли, потому что... Ну, и, кстати, они не смогли Фотия поймать, хотя ловить так старались поймать Фотия с его казной, но так не смогли поймать. Что получается дальше, что 1 сентября 1409 года он прибывает в Киев, а 22 апреля 1410 года очень торжественно он прибывает в Москву. Причем, видно, эта эпоха настолько вот это все грабежи и вся эта вот страдания, все эти настолько были москвичам, все это было тяжело, что он его встречает как Христа там. Как вход Господень в Иерусалим. В общем, как это настолько, да, как Избавителя. И он оправдывает действительно ожидания, потому что начинает восстанавливать все, что только может. И Москву, и разграбленную митрополию, и Владимир, и все, что было за эти годы пограблено со смерти Киприана, за 3 года разграбили митрополию, как будто, знаете, сами попы разграбили хуже, чем Едигей. Ну, он восстанавливает церковную вот эту вот систему. Да, и систему, и город восстанавливает, ну, причем частное жилье. Помогает великому князю, естественно, да, обладая деньгами. Да, обладая огромными деньгами, даже с тех, допустим, возьмем провинции, с тех областей княжеств, которые не сильно пострадали от Едигея. Ну, понятно, я прошу прощения, есть много епархий, допустим, которые ждали, в принципе, единого начальника. Да, это да, не значит, да, что в системе уже все было разграблено, в системе церкви. Нет, церковь была богата, но появляется единый начальник, который обладает вот этими вот общими деньгами, финансами. И не только как бы обладает, а еще и обладает авторитетом. И уже авторитетом. Да, это заранее дают авторитет. Самое главное, да. То, что вроде человек невнаемый, но уже авторитетный, как бы от святых людей поставленный, Богом присланный. Значит, что получается? Это все выпадает на Пасху, и поэтому происходит с особым торжеством. Но перед этим, буквально за некоторое краткое время, когда... Почему он и приехал-то, по сути дела, в Москву? Потому что Едигей не взял Москву. А до этого Едигей неожиданно, резким таким нападением, грабит Владимир. Весной того же 1410 года. Особенно разграбили Успенский собор. Такому разграблению, который был подвержен Успенский собор Едигеем, и с его сыном, с ним был еще царевич Тальча, никогда Успенский собор так не грабили. Но был такой Патрикей, который был ключарем собора, и он успел практически, ну, такие самые ценности, самые-самые главные, он успел спрятать. Он претерпел жесточайшие мучения от Едигея, но так и принял мученическую кончину, и так ничего не сказал. Такой был крепкий человек, что, ну, приняв даже мученическую кончину, настоящий герой. Да, герой, не рассказал об этом. А в это же время очень искали Фотия. Фотий умудрился за день сбежать, видно, ему донесли, а может быть, там как-то сбежать в монастырь Святоозерский монастырь. А там такие были непроходимая такая тайга и такие болота, что татары туда просто не могли добраться. Да. И он там схоронился в какой-то деревне, которой вообще туда добраться было... Это 1410 год, весна причем. И после этих событий он приезжает, уже разграбление Владимира, все, он прибывает в Москву, которую не разграбили. Возможно,
взяв из Владимира вот те святыни, которые спрятал этот самый мученик Патрикей. Значит, я хотел бы, чтобы вы сейчас вот особо о Фотии, летописи, каких-то более тонких его политических моментов не упоминает. Вся его жизнь была посвящена устроению церкви. Вся его жизнь посвящена митрополичьему служению. Он, видимо, получив вот это глубинное монашеское воспитание из времен вот того самого Акакия, когда он нес у него послушание Мамниасийского, этого будущего митрополита, старался всячески избегать политических различных, участия в различных политических движениях. И вот вы сегодня уже упоминали, говорили, единственное, что мы можем говорить твердо, это участие в его в московских событиях, связанных с Василием Первым, и неким таким его своеобразным помрачением. Составление духовной грамоты. Да, не только, да. Батюшка, не только. Можно я тогда еще? Конечно, конечно. Нет, я еще много чего расскажу. Я просто хотел именно сейчас, потому что дальше я уже перейду. Потому что составление духовной грамоты Василием Первым — это 1423 год. Ну тогда давайте, давайте тогда я еще одно. Еще произошли важные события. До 1400. У меня вот сейчас следующее событие мое, которое я хотел бы упомянуть, это 1420 год. Да. Вот если это до ваших событий. После. После, тогда лучше вы расскажите. Давайте скажем. Да. Еще произошло такое. Там много происходило, конечно, на московском вот этом рубеже таких важных событий, но одно из важнейших — это было продолжение противостояния с Литвой. Так вот, тесть Василия I все еще не оставлял надежды после смерти Киприана овладеть как бы властью, всем государством и объединить Литву и Москву в единое государство и быть в ней верховным правителем. Тогда еще в 1399 году он потерпел поражение на реке Ворф, и его такие военные устремления уже были не очень сильные. Не было уже ресурсов, да. Но все-таки он собирал войско и шел на своего зятя Василия I пару раз. Пару раз они сходились, но в битву не вступали, расходились мирным таким решением. Договором. И второй раз, все-таки где-то, по-моему, в 15 или 13 году, я не помню, состоялась между ними окончательный договор, мирный договор между зятем и тестем Витовтом, который продлился аж на 50 лет, что дало Руси колоссальный потенциал для ее выживания. Вот. Я думаю, все-таки это произошло при Фотии, и вполне можно определенно судить, что он, по крайней мере, уж не был против этого, естественно, и этот мир между Литвой и Московией благословил. А я вам скажу, почему он это сделал. Давайте. А сделал он это потому, что тот самый Фотий обладал настолько большим авторитетом в Константинополе, что своей главной задачей он положил упразднение литовской митрополии, которую он благополучно и упразднил в 1420 году, добившись от патриарха бумаги, которая упраздняла литовского митрополита, которым был в свое время Киприан, и все эти земли передавала Фотию. И он тут же отправился по путешествию по этим всем своим новым епархиям, это начиная от Киева, там, Брянска, всех вот этих вот западно-белорусских земель, Галиции и даже до самой Литвы. Он отправился благополучно в пастырское путешествие, написав обширнейшее, дошедшее до нас послание, которое приветствовало единение российских земель, но под его духовным руководством, как митрополита Московского, то есть как митрополита Великой Руси. Вот, так. Вот такая вот. Вот непростой был мужик все-таки. Ну, что произошло? В 20-м году. Да, это 20-й год, вот это я и говорю. Ничего, я просто вот. Вот, значит, что же. В 1423 году уже происходит подписание Василием I на смертном одре духовной грамоты. Вот здесь вот мы остановимся, я думаю.
Я думаю, знаете, наверное, да. Наверное, мы на этом и остановимся. По сути нет, дела. Нет, я говорю, вот сейчас надо это отметить обязательно. Про это рассказать надо. Ну нет. Хорошо, получается, смотрите, 20-й год подготавливает Киприан, объединяет Метрополию. Да, да, да. А 23-й год Василий I пишет духовное завещание. Да, можно рассказать. Да, вот теперь вот пишет духовное завещание. Видимо, весь этот период они были одержимы этой идеей. Да. Объединение да. в единую Литву и Руси, в единое большое славянское государство. И началось, видите, с 20-го года Фотий это подготавливает и заканчивается вот этим духовным завещанием Василия I. И, видимо, нам здесь сложно будет разобраться только в одном вопросе. Под кого же кто должен был пойти? А вот не Москва сложно. Под Литву или Литва? Потому что то, что делал Киприан, все говорит о том, что Литва пошла под Москву. Ну, потому конце, что упразднили-то не московское метрополию, а литовскую метрополию упразднили. То, что делал Фотий. Да, то что делал, да, то, что делал Фотий. Упразднили Киприановскую метрополию, да, в которой да, он да. возглавлял. Ее упразднили. И оставили московскую. Это говорит о том, что с точки зрения Фотия все это должно было пойти под Москву. Но с другой стороны, завещание Василия I, его завещание, это вот его духовная такая болезнь, будем говорить, предсмертная, она говорит о том, что он, Василий, сам смотрел на это немножко по-другому. Там есть несколько моментов, батюшка, можно расскажу чуть-чуть? Значит, смотрите, у Василия I оставался единственный 9-летний наследник. Угу. То есть Василий II, будущий, ну, будущий Василий Темный. Значит. Вот. Единственный 9-летний мальчик. Почему? Смотрите, что произошло на Руси. Ведь на Руси до сих пор действовала листвичная система. Не было, как правильно сказать, не было закона другого, кроме лестничной системы, да. закона о престолонаследии. Конечно. То есть он формально состоялся. Почему? Потому что, помните, в 1353 году чума выкосила всех наследников. Да, 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 да. Остался один Иван. И он стал единственным наследником. И после него его единственным наследником стал Дмитрий Донской. Но у Дмитрия Донского было два сына. И вот согласно вот этого вот завещания Дмитрия Донского, опять же по листвичной системе, после Василия I должен был стать его младший брат Юрий. Юрий Звенигородский. Понимаете? А Юрий Звенигородский — это мощное лицо на Руси, очень мощное. Это был князь, который не имел никаких военных поражений. Это был человек, который Андрея Рублева двигал. Там, ну, это был великолепный, ну, понятно, исторический был личность. Политический сильнейшая исторический личность. И представляете, 9-летний мальчик и по духовной грамоте Дмитрия Донского должен быть мужественный князь Юрий Звенигородский. Вы представляете, какая система? И вот против этого Юрия Звенигородского подписывается духовная грамота Василия I, чтобы стал наследником вроде бы как Василий II, если его признает там туда-сюда. Но для этого вот он отдает Русь на попечение своему тестю Витовту. Витовту. Вот видите, смотрите, как получается. Получается даже некое противостояние. Фотий конечно. Пытается объединить под Москву, чтобы конечно, эта метрополия конечно. Была московская. А этот хочет своего Василия Темного сына продвинуть в ущерб своему младшему брату. Ну, будущего, да, да. Продвинуть в обход своего младшего да, и чтобы его брата Юрия, его, да, чтобы его дед, придавить его и дед руками, Витов. Руками Витовта. Да, а его дед родной Витовт его должен прикрыть. А Литва при этом сильнейший военный какой-то потенциал. Представляете, какая интрига? Эта интрига потом доведет до колоссальнейшей 30-летней гражданской войны. Литва, кстати, не так была пограблена, как Русь была пограблена Едигеем. Конечно. И вот перед силой вот этого военного потенциала Витовта Юрий отступает, Звенигородский, и уступает своему племяннику, маленькому, вот, малолетнему племяннику Василию II. Да, то есть лестничное вот право происходит. Уступило престолонаследию. Уступило престолонаследию.
ходатайство, он сын уже пришел. Сыну. Не брат, а пришел. Вот так все непросто, там никакими законами, там принятием, ничем это, вот это вот так вот десятилетиями вот это длилось, понимаете. А ведь еще произошло одно событие очень важное, еще одна чума в 1417 году. Это Европа, она, да. Снова выкосила всех наследников и остался Василий II только, представляете, это вот чума два раза сыграла, выкосив всех наследников, как бы... усмирив этих князей. Представляете, что бы было, если бы еще у Василия I остались в живых его 5 сыновей? Что бы потом еще было? Как бы они наследовали по очереди. Это было бы, но остался всего вот маленький сын 9-летний. Ну да, да, да. Так, кстати, потом дальше и с Иваном Грозным вот будет. Вот такой божий тоже рок. Никого, ничего, божий, да, останется перст. Один царевич Дмитрий. Ну, я думаю, что мы на этом так вот и закончим. Закончим, ну, смертью. Может, смертью. Да, закончим. Значит, оставшийся период вот этот, после... завещать после того, как Витовт, по сути дела, под поддержкой Витовта Василий II стал князем, великим князем, да. Фотий занялся только церковными делами. Его задачей было обретение мощей, его задачей было служение, рукоположение священников и епископов, тем более, что ему пришлось теперь это путешествовать и делать это на огромнейшей территории. Эта территория простиралась от самых восточных пределов, где была Орда и были православные храмы, начиная там от Астрахани и от Урала до Москвы, и от Москвы до Галиции, Галическое княжество и Литва до Балтийского моря. Это все была такая маленькая его епархия, и где происходили набеги, разворованы были многие княжества, и все равно ему приходилось везде заниматься этими духовными делами. Это видно из его посланий духовных, которые он пишет вот в эти годы, последние его там 5 лет правления, 5-6 лет последние годы его жизни, он именно этим всецело занимается. Ну, видимо, также и болезнь, и старость уже к этому времени подошла. И самый примечательный факт, то, что он, последуя митрополиту Киприану, перед смертью написал обширное духовное послание. Киприан, это как бы уже знаешь, что ему скоро там его время пришло, написал, как его похрестить, как его похоронить, молитв просил, прощения там у всех. Также поступил и Фотий. Ему было некое видение за год до смерти, это получается где-то 1430 год. И он видел ангела, который ему сказал, что ему еще немножко тут дано времени, неделька, седмица, который он должен навести порядок в духовных делах. И вот эти последние два года он вообще, можно сказать, в затворе прожил, занимался и написал обширное подобие такого послания Киприана, в котором описал объединение русской земли, написал о своей кончине, написал о духовной жизни, о том, как необходимо там спасаться и войти в вечность в Царство Небесное. И вот был он, умер он в 1431 году и был похоронен в Успенском соборе Кремля рядышком вместе с Киприаном. Вот такова была судьба, такова история была митрополита Фотия. Ну а также она, видите, как обширно наложилась на исторические события. Конечно. Именно единение Литвы и Москвы. Я более того скажу, он умер одновременно с Витовтом. В одно и то же время. Вот. Да, здесь, видимо, тоже это определенно, как бы закончилась их эпоха. Эпоха закончилась. И, наверное, пожалуй, это послужило вот самым последним таким. Ну, там дальше еще будет много. Но разделение между... Так объединение не удалось произвести. И разъединение происходило все больше и больше. Почему? Потому что Литва все больше и больше попадала под польское влияние. С каждым годом. С каждым. Потому что упомянутый нами этот самый... Ягайло, ставший Владиславом II королем польским, правил аж 50 лет. И он вот этой вот политикой руководил однозначно тоже.
и Витовтом, и потом он схлестнулся с православными литовцами, так там Свидригайло стал ему против егайловских этих всех католических устремлений. То есть там была очень большая буча. Но дело в том, что надо закончить все-таки нашими московскими русскими делами. Дело в том, что вот это вот листвичное право, оно еще на Москве как раз вот в это время дало отголосок большой феодальной войны. Ну это уже как раз будет после смерти. У Василия I остался один наследник, а у Юрия Звенигородского 3 сына. Василий, будущий Косой, Василий Косой, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный. Вот так вот имя Дмитрий настолько было почетно, Дедушка, что два сына у Юрия Звенигородского были названы Дмитриями, представляете? Вот это вот многие должны понимать. Сразу тоже маленькое такое сделаю. Наступило гражданство. Маленькое замечание сделаю. Дмитрий, что это было отнюдь не в честь Дмитрия Донского названо, а скорее всего Дмитрия Солунского, его небесного покровителя святого. А также Дмитриев было много, мученик Дмитрий есть еще. Поэтому их могли назвать Дмитриями, но в честь разных святых. Ну, наверное. Скорее всего, правильно. Ну, вот такие вот ждут нас расследования. Особенно по этой войне. После 31 года мы вот в следующий раз посмотрим, что мы исходим. Там эпоха такая, что следующим митрополитам пришлось много пострадать. Очень много. Они попадают как раз на Флорентийскую унию, на все эти унии. Первые двойные, сдвоенные митрополии, чьи кафедры. Очень интересно. Спасибо всем. С праздником, еще с наступающим крещением.